А сейчас мы находимся в лаборатории профессора Панафидина. Александр Николаевич, значит, знаменитый препарат, который я держу в своих руках, получен здесь, в этой прекрасно оборудованной лаборатории? Да, метопроптизол был получен именно здесь. Дорогие товарищи, завершается трудовой год. Он принес нам новые достижения в области науки. И нам приятно сегодня, накануне Нового года, поздравить с замечательной победой выдающегося ученого, профессора Александра Николаевича Панафидина. У меня в руках авторское свидетельство о новом открытии. Метопроптизол поможет избавить человечество от многих тяжелых болезней. Александр Николаевич, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Дорогие товарищи, я счастлив. Завершен большой труд. Бессонные ночи, бесчисленные эксперименты. Все это уже осталось позади. Созданное нами новое эффективное лекарство, метопроптизол, высоко оценено научной общественностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Помочь людям – это наш гражданский долг. Я рад служить человечеству. И, пользуясь случаем, я хочу вас всех поздравить с Новым годом!